вот так и живет дуэт Кати. Не и Таня за. Наши гости из Бостона. И только в одном вскоре царил в своих мнениях. Это что мероприятие в синей троллейбусе пропускать нельзя. Даже если Катя приезжает на поляну на костылях и со сломанной ногой в гипсе. Поэтому сейчас опять к нам приехали из Бостона гости дуэт Татьяна Задорская и Екатерина Нехаева. Катя и Таня. Вот, пока вижу одну. О, обе. Меня уже не объявляют. Подтанцовочка тут у нас образовалась. Инна Сергеева. Милочка, вот что значит у нас такой слет семейный, да? Вот прямо здесь все. Танцовка Инна Сергеева, Александр Шайкевич. Теперь попробуй только не станцевать. У нас такой образовался коллектив. Если вы заметили, то мы заняли первое место по костюмам. Вы поняли, да? Да. Я прошу аплодисменты. Женщины, обращаемся к вам. Подключайтесь. И думайте над каждым словом этой песни. Она опять садится на диету. Сегодня понедельник, как всегда. С утра одежды тесные надеты, чтоб ощущать процесс пошел, о да. Вся комната наполнена станками. Здесь пресс качать, здесь ноги удлинять. Нет, нужно позвонить сначала маме. Ей нужно позвонить сначала маме, потом подруге, а потом начать. Как быстро день свои часы ставит. Не удалось, но это не беда. Другие понедельники бывают, и, дорогая, портится еда. С утра надежды девушек питают, не удалось, но это ерунда. Как быстро день свои часы листает, дождем с деревьев листья облетают, и, дорогая, портится еда. Идем, девочки. Все угрызения совести поправ. Четвертый мажет бутерброд вареньем и смотрит за окно. Там вихрь осенний. Из листьев бутерброд себе собрал. Спасибо. Новым годом! Новым годом.